Так, ребят, ну всем доброе утро, я уже только проснулась, Никитка тоже на ноге, мы, короче, уже сфарганили себе завтрак, так что все у нас нормальненько, значит, сейчас я вам покажу наш завтрак. Так, ну вот, ребят, у меня овсяная каша, с чем она у меня? Это апельсина, и сама можно сыпать масло, да. Если хочешь, ага. И варенье какое-то. Вот еще это, мак, ну, короче, вареница. Похоже, малина. Может, так, вот у нас блинчики. Здесь кофе, конечно же, мы сейчас только с ним сварили. Каша, у Никитки рисовая кашка. Блин. Так, а пить Никитка ничего не будет? Водичку? Да, вот. Это малиновая. Это к сырникам. А, к сырникам, да, и все малиновое. Ну все, ребят, приятного аппетита всем. А вот у меня еще творожок. Ну представьте, насыщенный завтрак. Все замечательно. Никитка сейчас выпьет стакан воды. Все это он позаботился. Я мылась, он уже все это приготовил. Так что вот так, мои хорошие. Ребятки, ну завтраку настолько вкусно. Короче, знаете, заказывали мы в Яндекс... Ой, да? Яндекс.Маркет? Лавка. А, Яндекс.Лавка. Вот москвичи, ребят, настолько вкусные. И сырники мне безумно понравились. Вот прям вкусные. И каша, вы знаете, такая, сырником идет вот еще малиновое варенье. Короче, такой завтрак у меня насыщенный. А кашка, сверху мак, а потом, короче, овсяная цедра кашка. И апельсина. Цедра апельсинчика и еще эти орешки кедровые. Представьте, сладкая, вкусная вообще. Блин, кофе, еще... ребят, сварила. Кофе сварила в микроволновке. Тоже очень вкусно. Так что спасибо за гостеприимство. Мы сытые. Москва. Спасибо. Никитке тоже насыпала туда. Раз у меня с этим, с маком. И пусть у него тоже с маком. Каша рисовая с маком. Ну все. Всем приятного аппетита и прекрасного утра. Начинайте утро с улыбки. Да. Мои хорошие, ну что вот я вам хочу сказать. Ко мне в гости приехала моя подписчица с Москвы. Сейчас мы с ней будем разговаривать. Да он с подарками еще с какими. Вот подарочки. Огромное тебе спасибо. Вау. А здесь что-то? Косметика. Косметика, ребят, ну прикиньте. Короче, я все буду. Сейчас я ее встречу тогда, чтобы она у меня разделась. Ну познакомьтесь. Расскажи о себе, маленькая. Всем привет. Выходной день и прям летела на крыльях, чтобы да, увидеть у нас... позитивного человечка. Да, а у нас в Москве, у нас уже в Москве там дождь. Дожди просто, ребят, дожди. Ну раздевайся, ну, не разувайся, вот раздевайся, не, ну не разувайся, чтобы вон там вот можно пожить. Да, так мы вообще ничего найти не могли сами, мы вчера с ним бродили здесь, ходили. Но не так далеко прям. Но, ну все равно, ну реально вышли, ну все равно. Нет. Ой, это номер какой-то? Сюда. Ой, извините, но тут будет выход. Прям много людей зашла вообще совестно. Представьте сейчас прям ногу к людям. Это зашла, думала, это выход из гостиницы. Прям к людям. Ой, вообще. А стыдно самому. Да что стыдно? Нет, нормально. Да. Так, ну все. У меня, ну все, начала съемку. Идем в поисках. Знаете что, ребят, это вообще прогулка по Москве, можно сказать. Ну, не длительная. Нам нужно найти, где мы сможем покушать. Вот в чем вопрос. Сворачиваем. А, сюда сворачиваем? Да. Во, красотень какая, это вот мне на память. Потом я тоже люблю это все пересматривать, смотреть. Буду вспоминать о Москве. Так, ребятки, вот мы, это какой-то, что это такое? Не знаю, это фонтан. А, это фонтан, наверное, да-да-да-да. Да-да-да-да, плохо, конечно, что при нас он не работает. Так, вот это вот мне, москвичи, подскажите, что это? Давай, что это за здание? Высотное здание на Кувдинской площади. А здесь что, люди живут? Не знаю.
Это не какое-то? Немного вам все показываю. Все, что мне попадается. Баррикады. А, это метро. Метро, да? Вот это вот баррикадное. Ага. Это метро. Ну, мы идем пешочком. Мы идем пешочком. Такая погодка, так ветерок дует. Надо было шапочку взять, а я ее оставила. О, ребята, вот видите, мы нашли здесь, шли Министерство природных ресурсовых экологии Российской Федерации. Вот это где. Ну, если кто искал вдруг. Всякое же бывает, может, кто-то люди искали. Так, вот так вам покажу. Строятся высотки. Ребят, ну всем привет. Все, началось, скажем так, подготовка началась к процессу. Потом дальше расскажу. Так, ребят, ну что я вам хочу сказать, все у меня начинается. Так, сейчас я вот здесь вот вам маленько покажу. Так. Здесь там началось хоть какое-то движение, люди говорят. Так, я даже могу сейчас дротик кинуть, если вы хотите. А? Давайте, смотрите, сейчас я это сделаю на удачу. Поняли? Как бы там ни было, но... Вот это вот мой, он попал в единичку. Понятненько? Тот же. Представляемся, рассказываем о себе и о своих увлечениях. Все, спасибо. Дальше. Нет, сфоткайся. Ребята, я хочу вас познакомить. Это Анечка. Мы с ней познакомились здесь, значит, на передаче. У нее есть тоже свой канал на YouTube. Ребята, я вас очень прошу. Замечательная девчонка. Подписывайтесь на нее. Не пожалеете. Столько много хорошего. Даже вот в этой маленькой передаче я поняла, сколько от нее можно хорошего, ну, прям черпать. Вот она, вот знаете, такая вот, чтобы черпать. Значит, называется у нее канал. Так, Анна Бугай Уматная. Анна Бугай Уматная. Ссылочка в описании. Мы ссылочку обязательно оставим. Ну, я очень рада, что я сюда приехала. Вот с таким человечком познакомилась. Это очень здорово. Я тоже рада, очень сильно знакомство. Да. Ой, так что, ну, а потом вы увидите весь формат нашего и поймете, как мы познакомились и почему. Так что все, пока, мои хорошие. Потому что должно быть разу, понимаешь? На YouTube находятся, не знаю, вот действительно, ну, от человека, да? Вот должны это все знать. Так что, я думаю, у тебя есть что рассказать. Ну да, опыта. Да, людям будет интересно, и плюс ко всему это же не обязательно рассказывать. Ты можешь говорить и показывать свою жизнь, как ты сейчас изменился со твоей болезнью, с твоими, ну, то, что ты пытаешься сейчас делать, это нужно об этом говорить. Просто нужно. Спасибо. Тебе спасибо за знакомство. Да.